Давайте так. Я не так часто показываю на канале своего Феникса. Особо про него рассказывать было-то и нечего. Хотя на самом деле шасси интересное. В общем-то, кузов сразу, да, собственно, из названия понимаем, это Vanquis Phoenix. Бампера, пороги, это все от Феникса. Дальше внутри идет интересно. Рама Traxxas от RX6. Стойки TRX-овские. Да, спереди, сзади какие-то поперечины и все. Коробка от Axial Wraith двухступка. Fusion стоит. Этот бокс под приемник, соответственно, у меня траксовский. Серва 9 мод. Питание 3S напрямую. 50 кг. Аморты AX 2. Раньше у меня здесь стояли TRX мосты. Сейчас у меня стоит копия Ванквиша с Алика. Алишные мосты. Очень красивые. Это будет второй мой сегодня на них выезд. Первый был такой достаточно в формате просто прогулки. Ну и сейчас это у меня просто прямые мосты. Раньше здесь еще стояли блокировки. Я их сегодня буквально убрал. Вот здесь на правом пороге. Но сейчас они ни к чему. Поэтому будем тестировать так. Что мне нравится, что удалось сохранить метод крепления Ванквиша, ну именно что вот клипсы только сзади, спереди стоит просто петелька, вот, и дополнительные упоры есть еще в пороге, вот, ну и посмотрим, как сегодня все это будет работать. У нас сегодня будет гряземес, именно судя, ради этого я сюда и приехал. Шины у меня китайские baja Pro X, ну посмотрим, очень интересно будет покатать.
Ей! Оно выехало.